Привет! Вы на канале «Цветочное счастье». Друзья, это первое видео на этом канале. И сегодня я хочу его начать с обзора моих орхидей, которые у меня растут дома. И я хотела бы поделиться, как раз они начали все цвести. Ну, кто-то уже цветет прям пару недель, кто-то только начинает. Итак, друзья, хочу сразу сказать, что орхидеи у меня живут не на вот этих полках. Они у меня живут на подоконниках. Я в последующих видео, я специально сниму видео, покажу, как я их располагаю на окнах. А здесь у меня стоят декоративные цветы комнатные. Ну вот временно они переехали пока в другой уголок. И уступили место вот этим красавицам. Здесь я могу их снять вот и показать вам во всей их красе. Итак, друзья, начнем вот со всеми известного попугая. Посмотрите, какой он красивый. Обратите внимание, какой он яркий, пестрый, действительно, попугайчик. В прошлом году, конечно, он мне выдавал две стрелочки. Ну, в этом году я тоже довольна цветением, так как он выдал одну, но вот с ответвлениями. Да, у попугая есть небольшой недостаток. Это выгорание цветов. Ну, ничего, даже вот которые первые распустились, все равно он красавчик. Вот, друзья, это также всем известный Манхэттен. Вчера он вечером еще был в полураспуске, но сегодня он уже показал нам всю свою прелесть окраски. Так, друзья, набирает стрелочку пока небольшую, но у него свойство есть доращивать. Вот есть небольшое ответвление. Далее, это пока у меня на данный момент без названия. Есть два названия, я посмотрела в обзорах. Многие его называют Ева, кто-то его называет Ягуар. Ну, по поводу Ягуара, я еще как бы все-таки Ягуар, он немножко другой. Похож на Еву, но, дорогие друзья, вдруг у кого-то есть такое же, и если вы знаете сорт, напишите. Я буду очень вам признательна. Так, друзья, это не буду утверждать, но тоже в обзорах смотрела, вообще похож на цирк, циркус. Ну, не знаю. Не буду утверждать, что это цирк. Это, конечно, не и не столь важно, но если есть название, почему бы о нем не сказать? Ну, вот, в каталогах смотрела похоже. Посмотрите, все-таки, какой он пестрый и яркий. Вот. Далее, друзья, пройдем к биглипу. Его я покупала себе на 8 марта в прошлом году. Но, к сожалению, скорее всего, из-за транспортировки все-таки едут они к нам не очень быстро. Возможно, были условия. И я его покупала на улице, то есть в холодных бутиках, в цветочных. Но вы знаете, я знала, что какие-то будут проблемы, но предприняла сразу все меры. При пересадке я посмотрела, что корней было очень мало. Я посадила его в закрытую посадку. Ну, вот он хорошо все нарастил, корешки, и с ним все в порядке. И вот наградил меня цветением. Вот такой биглипчик. Вот, друзья. Это также всем известный египтянин. Настолько глубокий у него оранжевый цвет.
И тоже он вот буквально 2 дня распустился первый, а второй еще даже вот, еще даже полностью не расправил свои лепесточки. Стрелочка довольно-таки немаленькая. А, ну, друзья, это жемчужина императора. Всем известная, у многих она любимица. Такая красавица, но действительно. Посмотрите, насколько глубокий, насыщенный цвет у нее. И вот эта светлая окантовочка покоряет своим великолепием. А вот, друзья, modulation или модуляция. Я также покупала ее в не очень таком хорошем состоянии, но все с ней в порядке, при правильном уходе. Была куплена в апреле месяце. Была также посажена в закрытую посадку, нарастила корешки и вот выдала цветонос. Но цветет где-то уже пару недель. Модуляция. Друзья, ну вот перейдем к белой орхидее. Похоже, она на Инсбрук. Не буду утверждать. Я же говорю, это не всегда, конечно, и важно, но если есть название, почему бы о нем не сказать? Вот такая белая белоснежка. Вот, друзья, Салинос. Посмотрите, какой он нежный. Первые цветочки, конечно, у него покрупнее, которые раскрыли самые первые. Ну, он все наверстает, и следующие будут такими же крупными. Что мне нравится, он не выгорает, не теряет окрас. И камера очень хорошо передает всю эту нежность. Вот, друзья. Далее калейдоскоп. Это вообще очаровательный цветок. Посмотрите, какой он крупный. Какой он пестрый. Как природа все-таки создала вот эту красоту. А вот в полураспуске. В этом году набрал вот такую большую стрелочку с веточками. Он очень долго цветет, тоже немножечко выгорает. Но мне это ничуть не мешает любоваться им. Вон, друзья, вот такие красавицы. Так, а сейчас, дорогие друзья, мы перейдем к вот этой красотке. Купала я ее от GMP. Название на кашпо было написано «Limitation». Смотрите, какой насыщенный розово-сиреневый цвет с такими прожилками. Просто очаровывает своей красотой. Вот так вот. И мне что нравится, он вот цветет, как-то у него цветоносы располагаются попарно. Вот такая вот. Образуется вот стрелочка интересная. Честно говоря, раньше вообще не обращала внимания, но вот, вот так. Друзья, сейчас перейдем к Феррара. Настолько насыщенный лимонный цвет. Видно, что камера передает. Всегда цветет у меня по 2 стрелочки. Стрелочки с боковыми ответвлениями.
Да, она имеет большой размах листьев. Конечно, на окне ее установить очень-очень, ну, трудоемкий такой процесс. Она уже давно у меня вот пересажена уже в кашпо на 3 литра. Вот такая мощная стрелочка, посмотрите. И мне что нравится, цветоносы не выгорают, все время остаются вот такими насыщенными. Можно любоваться все время вот этой красотой. А вот, друзья, сейчас я вам еще покажу. Вот у меня вот есть вот такой цветок. Он пока без названия, но камера не передает все-таки. Сейчас я попробую приподнять вот так. Вот появляется насыщенность цвета, но все равно она не та. Цветы крупные. В этом году стрелочка небольшая, потому что была омоложена, наращивала корешки, тратила на это силы. Но сейчас вот видно, что с ней все в порядке. Она выдала стрелочку и вот доращивает. У нее, знаете, вообще вот на самом деле окрас такой, как вот у Golden Star, только чуть-чуть посветлее, но не передает камера. Ладно, в следующий раз, может быть, при другом свете вам сниму, будет немножко понятнее. Но это пасадена. Такая красотка. Она небольшая, но мультифлоры все небольшие. Вот такая девочка вот цветет, старается. Ну и, конечно, Клеопатра. Еще вчера она была в полураспуске вечером, а сегодня она уже вот, обратите внимание, вся раскрылась, и уже следующий почти раскрылся цветок. Вот, друзья, конечно, это только начало цветения. Я в будущем буду вам снимать видео, и когда будет играть вообще буйство красок, это такой потрясающий вид. Буду вам снимать, и будем вместе с вами любоваться этой красотой. Ну вот хочу вам еще показать. Здесь у меня вот красотки, которые готовятся к цветению. Здесь вот Golden Star у меня сорт. Потом, ну это детка прикорневая. Для меня она, честно говоря, я подзабыла, как она выглядит. Вот будет сюрпризом, вместе будем смотреть. Так, это у меня сангрия, вот. Растит какой мощный цветонос. Это белая тоже крупная. Обратите внимание, как она набирает. Вот только сегодня я увидела один цветонос в одну сторону, бутончик, вернее, повернут, а другой навстречу. Вот как интересно. Раньше я не обращала внимания, может, она всегда такая была. Но она была куплена у меня на распродаже. Да, я видела, что она была белая. Уже был цветок такой совсем-совсем вяленький. Вон, друзья. Это растет цветонос Люксор. Тоже такой красавчик. Здесь панда набирает бутончики. Ну, здесь вот подростки, которые я заказывала в апреле.
Ко мне приехали азиаты, восковики. Ну, есть небольшие у меня разочарования, об этом я сниму вам отдельное видео. Расскажу, как я их получила, как они наращивали корешки, как произошла пересадка. Ну, по крайней мере, вот дали мне 4, ну вот, было 4 у меня подростка, один погиб, а 3 осталось. Вот. Ну вот в этом у меня разочарование, получился пересорт. Он все равно, конечно, красивый, но, к сожалению, нет аромата, как заявлено. Может быть, потом она будет пахнуть. Ну, я очень в этом сомневаюсь. Вот, друзья, это тоже один из подростков. Ну, это да. Это не пересорт, это я такой заказывала, он действительно такой есть, но аромата, к сожалению, пока никакого нет. Вот один еще только на бутоне. Посмотрим, будет ли такой сорт или нет. Хотелось бы, конечно. Ну, а это вот детка от Салинаса. Я вам потом подробно расскажу, как я добилась, чтобы она мне дала детку. Как весь этот процесс происходил. Ну, вот в этом году, да, росла она, конечно, у меня очень долго. Об этом я буду также снимать в дальнейшем видео и вам все рассказывать. Вот так, друзья. Вот на этой красоте я хочу сегодня закончить свое видео. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Вы были на канале «Цветочное счастье». Пишите. Подписывайтесь на мой канал, будет очень много интересного. Всего доброго, всем пока-пока.